Всем привет, ребята, и мне сегодня выпал легендарный лев. Данный лев стоит очень дорого, и это теперь самый ценный питомец в игре. На самом деле я был немного в шоке, что появится какой-то питомец, который ценнее Шадова. И вот отрывочек с того видео, как он мне выпал. На самом деле я был просто в шоке. И вот с такой коробочки нам выпал легендарный лев. И, кстати, нас еще пригласили на какое-то пати. Ну, а точнее, сделать его, чтобы отпраздновать то, что нам выпал лев. Давайте пойдем на донаторские сервера и посмотрим, что дают за этого питомчика. И первый трейд меня уже поражает, ведь нам дают флайрайт попугая и флайрайт фроста. Так еще и добавляют кучу магмолосей. Я на самом деле в шоке, я не знаю, как на такое реагировать, так как, ну, я бы согласился, конечно, уже на этот трейд. Но он первый и, конечно, не хочет соглашаться на первый трейд, потому что, ну, как бы еще только самое начало. Может быть, нам смогут предложить даже намного больше. Второй трейд тоже достаточно неплохой. Нам предложили МФР Ястреба, МФР Уни и еще добавки. Очень много добавок. Но все же, наверное, Фрост намного ценнее был с попугаем, поэтому я тоже отклонил этот трейд. Но я вообще в шоке. Я очень сильно рад, что есть такой питомец, за которого реально готовы дать всех своих питомцев. Этот трейд мы также отклоняем. Еще одно заманчивое предложение. И, по-моему, оно даже намного лучше, чем второе. Напишите в комментариях, как вы думаете, на какой трейд стоило бы соглашаться? Слушайте, ребята, даже здесь больше, чем НФР попугай. Это ж вообще очень много. Ладно, ребят, я надеюсь, что нам дадут что-то еще. И ради вас я отклоняю этот трейд, чтобы посмотреть трейдики еще. Опять же таки, 3 МФР леги. И, кстати, я прошу заметить то, что нам за него вообще не предлагают каких-то обычных легендарок. Вот реально все пэты, ну прям очень классные. Но я все-таки на этом трейде зацикливаться не буду, поэтому мы с вами отклоняем, нам предлагали намного больше. Офигеть, ребят, походу нам реально просто отдают весь свой инвентарь. Здесь целые 4 мега-легендарки, далматинец, который неплохо ценится, да еще куча классных добавок. Все же сова, куча мега-неонок и Эвил был намного лучше, поэтому я все-таки отклоняю этот трейд. И тут я был просто в шоке. Я не знал, что мне делать, потому что, ну, грех не согласиться. Мега-черепаха, мега-кенгуру и жираф. Ну, черепаха — это Фрост, кенгуру — это сова. Ну, и жираф тоже достаточно хорошо ценится. Слушайте, ну, реально, очень классный трейд. Я не думаю, что нам смогут предложить больше, поэтому я соглашаюсь. Ну и наконец-таки мы с вами затрейдили нашего львенка. Мне кажется, что это прям, ну, очень классный трейд, потому что здесь и флайрайт жираф, и МФР кенгуру, и мега чепа, что в принципе оценивается где-то плюс-минус на Шадова, плюс Фроста. Ну, можете написать в комментариях, как вы думаете, насколько этот трейд вы оцениваете. И обратил внимание на то, что у нас теперь в трейдах появились вот такие вот значки. Очки. Вы можете их увидеть у меня на экране. Это вот такая вот бабочка и улыбочка, смайлик. По-моему, очень миленькая. Эти значки означают обычных игроков и разработчиков. И это достаточно прикольная идея, которая была осуществлена в новом обновлении. Ну и так как у нас видео получилось очень короткое, я очень сильно быстро затрейдил своего льва, я хочу вам рассказать секретный код, за который вы сможете получить бесплатную машину. Я уже вводил, но вы проверяйте как можно быстрее этот код, так как он совсем скоро уйдет с игры. Мы с вами должны отправиться вот в это вот здание сюда. И вот в такую вот штучку мы с вами вписываем код. Секретный код AmTrak2023. За это вам дадут бесплатную машину. Я уже этот код ввел, поэтому повторно у меня ввести не получится, но я сейчас выйду на улицу и покажу, какую машину мне дали. Вот такая вот крутая машина, я ее покрасил в оранжевый цвет, ну потому что скоро Хэллоуин, и мне кажется, это достаточно прикольно. Также я забирал ее с разных аккаунтов, поэтому тоже спешите, но, по-моему, она обмену не подлежит. У нас был еще вот этот вот скейт, но он тоже не подлежал обмену, но потом его убрали и его смогли трейдить. Ну что ж, на такой прекрасной ноте мне придется закончить видео. Я очень рад своим трейдам и теперь буду кататься на своем флорет-жирафе. Всем огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока-пока.